Состояние современной телемедицины в Якутии обсудили сегодня в кабинете министра здравоохранения республики. Встречу инициировал Михаил Николаев. Также в нем приняли участие академики и профессоры из Москвы и Татарстана. Несмотря на то, что в районных больницах есть необходимое оборудование и подготовленные кадры, сейчас в развитии телемедицины встал вопрос о повышении качества интернета. Например, из-за плохой связи ухудшается качество отправляемых снимков, что существенно влияет на сроки диагностики. Там присутствует Михаил Ефимович Николаев и вот те гости, которые действительно сделали большое для республики. Они сегодня приехали, они нам советуют, как это сделать, потому что одно здравоохранение, я говорю, что этого сделать не сможет, только совместными усилиями тех компаний, которые нам обеспечивают интернет, ну и, конечно, совместная работа с Министерством связи Республики Саха-Якутия, чтобы сегодня было поле, информационное поле более широкое, чтобы здравоохранению выделяли больший объем трафика, да, и для того, чтобы мы могли более качественно и в более короткий промежуток времени оказывать медицинскую помощь.